Подключаю еще раз всем доброго дня. И мы с вами продолжаем отдыхать на Сейшелах, Сейшельские острова. Мы уже поговорили про Стори отель, и мы говорим еще про второй отель нашей сети, который называется Fisherman's Cove Resort. Отель, который расположен также на острове Майе, на самом, наверное, главном популярном пляже, пляже Бовалон. И если мы говорим о самых основных, скажем так, моментах, которые необходимо знать по нашему отелю, по его расположению, сразу же проговорим, что мы примерно 30 минут добираемся от аэропорта до отеля, примерно 15 минут у нас будет составлять дорога до столицы острова Майе, это столица Виктория. Наш отель полностью эко-френдли, и мы очень активно интегрируем весь наш дизайн и всю инфраструктуру отеля для того, чтобы сохранить флору и фауну непосредственно той территории, где отель находится. Еще раз повторюсь, что мы находимся на самом популярном пляже Бовалон, и нужно сказать, что самой главной особенностью и самым главным преимуществом отдыха в отеле Fisherman's Cove является тот факт, что именно данный отель – это единственный отель, который находится непосредственно на споте для снорклинга. И если мы говорим с вами еще в целом по пляжу Бовалон, то не забывайте, что у нас здесь разрешены различные моторизированные водные виды спорта. И говоря о расположении, как мы говорили с вами и про Стори отель, и Fisherman's Cove также находится в приятной доступности от различных ресторанов, баров, магазинов и всей вот такой инфраструктуры, которую зачастую ищут все наши гости. Итак, что касается наших сервисов, то прежде чем мы с вами начнем говорить непосредственно уже про различные категории номеров, про рестораны и так далее, безусловно, нужно сказать еще в целом о нашем отеле. Что очень важно по отелю Fisherman's Cove знать, это то, что мы находимся, еще раз повторюсь, это наш отель, единственный отель на снорклинг-споте. Мы предоставляем и обслуживание номеров, у нас есть бесплатный Wi-Fi на всей территории, также у нас есть, естественно, кондиционеры, да, все, что нужно. И особенностью, уникальной особенностью трех категорий нашего отеля, Superiore, Deluxe и Family Suite, это будет открытая ванная комната. Что это значит? Это значит, когда душевая кабина и раковины, они будут отделены от самого номера жалюзи, то есть вы жалюзи поднимаете, и у вас одно общее пространство, вы жалюзи опускаете, и у вас будет как бы такое визуальное разделение зоны ванной комнаты и непосредственно спальни. Это в номерах Superior, Deluxe и Family Suite. И как раз-таки, если мы будем говорить с вами о номерах, то прежде всего я хочу сказать, что наши номера выполнены тоже в таком, так же как и в Стори, в национальном стиле. В 2015 году наш отель был на обновлении, проводилась реновация. И если мы говорим по старой категории номеров, это категория номеров Superior Room, 35 квадратных метров, это самая стартовая наша категория. Здесь номера будут расположены, скажем так, в основном здании, да, которое идет по периферии отеля. Друзья, я сразу вам хочу сказать, что все наши номера, за исключением Family Suite, предлагают размещение 2 взрослых плюс инфант. Это наше максимально такое вот возможное размещение. С чем это связано? Это связано с тем, что наш отель, он очень, опять же, повторюсь, он очень живописный, у него потрясающие инстаграмные виды, у него потрясающие открытые рестораны, где действительно проводятся очень хорошие фотосессии. И в общем и целом такой отель, который вот дает формат романтического отдыха. У нас здесь много категорий номеров, которые подойдут идеально для романтических пар. Следующая категория номера – это Deluxe Ocean View, это уже будет 45 квадратов, и здесь у нас с вами уже будет, помимо того, что балкон, балкон у нас во всех категориях номерах, либо террасы, у нас с вами здесь будет уже сразу непосредственно прямой вид на
океан, и отдельно еще будет более расширенная зона гостиной. Тем не менее, это будет одно помещение, одна комната. Следующая категория номера, мы уже с вами переходим к свитам, это будет Junior Suite Ocean View, также 45 квадратов, по площади они и по дизайну абсолютно идентичны предыдущей категории номера Deluxe Ocean View, разница состоит лишь в том, что эти категории номеров, они будут расположены в саду, также вы видите у них прекрасные широкие балконы и красивая гостиная и отдельная вот такая зона спальни, и все это одно единое пространство. Потрясающие террасы, потрясающие балконы. Вы видите, какие они просторные. Вы видите, какие потрясающие виды открываются из нашего отеля. Отель действительно один из самых живописных отелей. Следующая категория – это категория номера Family Suite Garden View. Это как раз-таки та категория, где мы даем размещение 2 плюс 2. Связано это с тем, что вы видите, номер состоит как бы из двух уровней, то есть на первом уровне расположена такая вот как доп-кровать, на втором уровне расположена основная спальня. По ступенькам спускаемся и выходим на свою террасу. Именно в этом категории номера мы даем хорошую возможность размещения 2 плюс 2, потому что вы видите, что здесь у нас предоставляется возможность ну, такой вот полноценной дополнительной кровати. Hilltop Executive Suite, тоже у нас идет здесь 60 квадратов, зона гостиной у нас есть своя, прекрасный выход на балкон. В чем особенность отдыха в этих номерах? Эти номера будут расположены на самом верху отеля, на возвышенности, на холме, и будут, безусловно, обладать красивым панорамным видом на океан. Как раз-таки, когда мы говорим про этот номер, останавливаясь и сравнивая Fisherman's Cove и Story Hotel, мы с вами говорили о том, что в Story Hotel у нас полностью ровная поверхность его отеля, а вот как раз-таки, уже говоря о Fisherman's Cove, мы отдыхаем больше в таком классическом формате сейшельских отелей, когда они у нас будут с вами вот такими некоторыми ярусами. Тоже прекрасный номер, который подойдет идеально для романтических пар, Executive Suite Partial Ocean View. 65 квадратов площадь, идеальное расположение, вот опять же, для молодоженов. Вы видите, что также выполнен в некоторой ярусности, да, дизайн. На первом ярусе у нас с вами будет расположена спальня, и вот так, немножко поднимаясь по ступенькам, мы с вами заходим в зону ванной комнаты. То есть обратите, пожалуйста, внимание, насколько интересные дизайны и планировки нашего отеля. И самая высокая категория номера – это Executive Suite Ocean Front, самая большая площадь, 70 квадратов, с потрясающим выходом на свою собственную террасу. Это очень красивые люксы. Они также выходят сразу у нас с вами к Индийскому океану. Безупречный стиль, безупречный дизайн и безупречная локация номеров. По ресторанам и барам, так как у нас всего 68 номеров и 7, скажем так, категорий, то у нас на территории отеля находятся 4 ресторана и бара. Наш самый знаменитый ресторан – это ресторан Paris, ресторан, который обладает потрясающим панорамным видом на пляж, на всю такую вот панораму, и здесь вы испытаете настоящий восторг визуализации природных красок Сейшельских островов, пляжа Бовалон. Здесь действительно очень красиво провести время за ужином. Наш основной ресторан – это ресторан Le Cardinal, ресторан, где подаются завтраки, ужины по системе «Шведский стол». Обратите внимание, что мы предлагаем различные типы питания. Если мы говорим о системе полупансион HB, мы легко можем менять обеды на ужины, так же, как и в Story отеле, и никаких проблем с этим не возникает. Все напитки будут идти за дополнительную плату. Кстати, когда мы говорим с вами о шведском столе, Fisherman's Cove, так же, как и в Story Hotel, у нас шведский стол в настоящее время представлен как такая комбинация 50 на 50, какие-то блюда будут представлены на шведском столе, и основные блюда, они будут заказываться по меню. И если мы говорим про обеды, обеды всегда будут идти по меню, шведскую линию мы на обеды не делаем. Le Coqueloba Bar – это потрясающее место
где можно насладиться обедом и ужином. Здесь действительно потрясающая атмосфера. Опять же, вы видите, какие роскошные панорамные виды открываются из нашего отеля. Fisherman's Cove – это один из самых живописных отелей на Сейшелах. С такими видами действительно вы будете проводить весь свой отпуск просто в самом, что и называется, приподнятом настроении. И наш уникальный бар, Sunset Bar, уникальность его состоит в том, что он находится на понтонной палубе, и здесь, конечно, очень любят проводить время наши гости, потому что это такой тоже своеобразный уникальный бар на Сейшелах. Если мы говорим по инфраструктуре, безусловно, то, что нужно всем нашим гостям, это бассейн, очень красивый живописный формат бассейна Infinity, вы видите, что вот так красиво уходит вид в горизонт. У нас есть уникальная, скажем так, история. Так как мы находимся на коралловом рифе, то мы пользуемся не только благами расположения, но мы также активно поддерживаем жизнь на коралловом рифе. Мы занимаемся программы по восстановлению кораллов, и каждый гость нашего отеля может принять участие в этой программе и позаботиться о жизни морских обитателей непосредственно, так скажем, своими руками. Это все возможно. Плюс к тому же у нас можно погрузиться. У нас есть специальная тропа по дайвингу. Здесь вы можете погрузиться и отправить открыточку со дня морского. Также у нас есть потрясающая черепаха, которая находится на дне, которая была создана непосредственно под водой по уникальным технологиям. Если мы говорим по нашему пляжу, то когда мы говорим о пляже Fisherman's Cove, то обязательно подразумеваем, что нужно воспользоваться специальной обувью, потому что, еще раз напомню, мы находимся на коралловом рифе, и мы единственный отель на пляже Бувалон с собственным коралловым рифом, да, то есть с собственными услугами по снорклингу. Если вы хотите, например, комфортно, полого заходить в море, пройдите примерно 200-300 метров к нашему отелю-сестренке, к отелю Story Hotel, и там можно прекрасно отдыхать на пляже, потому что он уже будет обладать хорошим пологим входом в море, где не требуется специальная обувь. Если мы говорим по зонтикам и шезлонгам, то пляжное оборудование напротив отеля Story будет предоставляться для отдыхающих Story Hotel, тем не менее можно взять свои полотенечки и спокойно расположиться на самом пляже. Также, если мы говорим еще по отдыху в Fisherman's Cove и в Story Hotel, мы предоставляем бесплатно каноэ и оборудование для снорклинга. Это у нас предоставляется сервис по принципу «кто первый пришел, тот первый и получил», потому что, опять же, это будет бесплатное оборудование, заранее мы его не бронируем, чтобы не создавать, ну, такую некоторую сумятицу для гостей. Поэтому для тех гостей, которые хотят воспользоваться этими сервисами, это все вполне возможно, можно будет получить бесплатно. И еще раз я напомню, что наш отель Fisherman's Cove заботится о природе Сейшельских островов. Мы заботимся о том месте, в котором мы находимся. У нас огромные программы по переработке вторичного материала. Мы не используем пластик, мы повторно перерабатываем бумагу, мы делаем компостное разделение. Более того, мы экономим воду и свет, что тоже дает, скажем так, сохранение природы, и мы занимаемся восстановлением нашего кораллового рифа, и это очень, скажем так, позитивно сказывается, потому что коралловый риф у нас красивый, разрастается. Я оставляю еще контакты для того, чтобы можно было посмотреть нас в соцсетях. Напомню также, что у нас по Fisherman's Cove, так же как и по Story Hotel, депозит 100 евро в день. Я постепенно уже закрываю презентацию, мы переходим с вами к вопросам-ответам. Еще хочу сказать в дополнение к номерам, что у нас в Fisherman's Cove используется другая косметика в номерах. Это будет косметика Malin & Goetz. Это косметика американского происхождения. Истоки у нас идут с вами из Нью-Йорка. Косметика аптекарская, такая лабораторная. Также мы используем все природные материалы в этой косметике. Халаты, тапочки в номерах предоставляются, естественно, бесплатно. Есть также все необходимое для приготовления чая и кофе.
депозит озвучили. Друзья, задавайте вопросы, может быть, мы что-то забыли, я могла что-то упустить. Татьяна, спасибо за презентацию, было очень интересно. Скажите, пожалуйста, Fisherman Cove – это пятерка, правильно мы говорим? Да, все верно. Это первый был вопрос. Теперь я хотела спросить, получается, эти два отеля, они стоят рядышком, дверь в дверь, клиенты могут ходить или они в каком-то отдалении друг от друга находятся? Они не стоят прям дверь в дверь, они находятся рядом, между отелями это примерно 200-300 метров, то есть это вот прогуляться по берегу, по пляжу. А если клиенты, например, остановились в Fisherman's Cove и хотели бы поужинать, например, в Story или наоборот? Это возможно. Это возможно, да. Делать предварительное бронирование? Это возможно. Да, ресторанами гости могут пользоваться. В настоящее время, еще с 22 ноября, кстати, мы начали некоторую реконструкцию в нашем отеле Fisherman's Cove. В настоящее время, допустим, вот мы говорим про Fisherman's Cove, сейчас не работает тренажерный зал. Гости Fisherman's Cove, которые хотят воспользоваться услугами тренажерного зала, они могут смело пойти в Story отель и воспользоваться этими услугами, потому что в настоящее время тренажерный зал недоступен. И ресторанами также гости могут воспользоваться. Между отелями. Если мы говорим, например, про детскую комнату, то так как, допустим, Fisherman's Cove у нас, он в принципе не ориентирован, да, так масштабно на отдых с детишками, то, как правило, у нас таких вопросов не возникает. Детская комната больше ориентирована на стори-отель, потому что у нас как раз-таки там больше возможностей для хорошего семейного отдыха. Mm-hmm. Fisherman's Cove в основном это больше такой парный отдых, да, то есть в основном у нас больше романтический отель, потому что он такой пейзажный, он действительно очень атмосферный и красивые открываются виды из отеля. Uh-huh. То есть там будет немножко неудобно заходить, да? Да. При входе. То есть как близко эти кораллы находятся? Это нужно сколько отплыть метров примерно? Кораллы практически к берегу подходят, поэтому мы изначально и говорим, что этот отель точно со специальной обувью обязательно, и вот прям чтобы идеально, прям идеально мы с вами купались, чтобы мы идеально заходили в море, нужно будет немножко уходить в сторону, сдвигаться от пляжа. Мы можем еще спросить у Нивис, потому что Нивис, так скажем, как раз вот, да, совсем недавно была в отелях, можем еще дополнительно уточнить по этому вопросу. В общем и целом это выглядит так, что отель, да, он предполагает наличие специальной обуви для того, чтобы плавать. У меня еще вопрос, вернувшись к вопросу хождения в ресторанов между двумя отелями. Все равно, если, например, гости одного отеля идут в рестораны другого, они не покрывают систему Halfboat, например, да, то есть там они платят дополнительно, правильно? Или они... Давайте мы сейчас уточним у Нивис, можно ли использовать депозит. Я думаю, что мы как раз получим информацию из первых рук, сможем ли мы использовать наш депозит или нужно будет полностью оплачивать. Нивис, we have a question for you. When the clients want, for example, staying in Fisherman's Cove and they want to visit Story for dinner and they are on HB, can they be covered their meal plan in the second hotel or not? Or they have to pay additionally? Yeah, unfortunately, right now, the way the system is, it doesn't allow for that. We hope in the future we can do that. But right now, if they have half board or full board, then they have to eat in the restaurants in the hotel that they booked the meal plan. So even the guest in Story, if they wanted to go eat in Fisherman's Cove for dinner, if they book on half board, they cannot. Mm-hmm. We are trying to change this for the future. It's a system issue because, you know, it's two different businesses. Mm-hmm. So we're just trying to see how to do this in the future. But right now, no. So yes, it's true that only guests who are booked on bed and breakfast really can take advantage of eating in the other restaurant of the other hotel. Because if I'm on half board, I'm not going to pay for half board and then lose the money and go eat in another hotel, of course. Mm-hmm. Okay, understood. Is there any villages around the hotels, like
For example, yeah. clients can go out somewhere by walk. Yes, absolutely. By walk. So they can actually, from both hotels, basically, right now, the way Fisherman's Cove is, we are fixing this wall where the sea is. But within the next 3 months, so by February, middle of February, these stairs will go straight onto the beach. So right now, the guests just need to walk outside, maybe maximum, if you're walking very slowly, 10 minutes from outside the front of the hotel, down the street, maybe not even 100 meters, left turn, and you're on the beach. And you can walk along the beach because it's a beautiful walk. You see this long beach behind me? Mm-hmm. So this one, you can walk all the way to the town called Bovalo. Mm-hmm. So it's a small market town with little shops, lots of other restaurants. Some restaurants are inside another hotel because there's also other hotels on the beach. Some restaurants are standalone. Mm-hmm. So there's one restaurant called La Plage. It's right on the beach. It's very nice. There's another one which is like a Creole style food. Mm-hmm. So there's lots of different restaurants and bars that you can go and enjoy besides the ones in our two hotels. Mm-hmm. So yes, the location of these hotels, all the hotels on Bovalon Beach are ideal to just walk outside and try somewhere different, go somewhere new, see something different. So Bovalon is very small. You can walk around it very, you know, one evening. If you want to see more of Seychelles, then you have to take a taxi 10, 15 minutes to the capital, Victoria. Mm-hmm. So Victoria, it's up the hill and down the other side where the port is. So there also, there is much more to see. You can spend like one whole morning walking around Victoria. Mm-hmm. But Bovalon, if you like one evening, you can go walking, see the markets. They even have little stalls, you know, where they sell coconut, where they sell grilled fish. Little, not food trucks, but food stalls, you know, mm-hmm. little stalls, like typical like island yours. Style. Mm-hmm. Yes, exactly. And then there's even little shops selling souvenirs. Mm-hmm. Коллеги, да, позвольте мне немножко перевести, да, что у нас вот такая длинная англоговорящая такая беседа получилась. О чем я спрашивала? На сегодняшний момент, так как два отеля это два сестринских отеля, и они находятся на одном побережье, они хоть и не стоят дверь в дверь, но они находятся достаточно на близком расстоянии. И вы видите, что Story, он больше подходит для семейного отдыха, прекрасный вход в океан, очень красивая лагуна, да, вот, в то время как Fisherman, он больше подходит для парного отдыха, и здесь именно будет интересно для тех, кто хочет посмотреть морскую жизнь, потому что здесь прям живой коралл, прям перед отелем, поэтому нужны обязательно тапочки. Если же гости хотят из одного отеля прийти в другой на ужин, к сожалению, система питания Half Board или Full Board не покроет визит в другой ресторан, сестринского отеля, то есть гостям нужно будет заплатить за такой поход. Хотя они рассматривают возможность того, чтобы даже если у вас есть HB, да, сходить в сестринский покушать. Пока это невозможно, но это рассматривается. Также если гости хотят выйти за пределы и пройтись немножко дальше из отелей, то всегда есть возможность зайти в местную деревню Бовалон, да, где есть много киосков с уличной едой, сувениркой, поэтому можно тоже немножко развлечься. То есть жизнь за отелями, она тоже есть, на севере достаточно неплохо развита. Ну и всегда можно поехать в столицу, что всего лишь 10-15 минут от отелей. И еще хочу напомнить, что мы также предлагаем еще тип питания all-inclusive, поэтому, пожалуйста, рекомендуйте своим тоже гостям бронировать, потому что это для нас такой эксперимент. Раньше у нас не было этого типа питания, и мы надеемся, что оно будет востребовано, поэтому надеемся, что гости будут его выбирать для того, чтобы его действительно оставить уже там в дальнейшем на
такой, скажем, основной формат типа питания в отелях, чтобы он был не просто как кратковременной какой-то акцией, а чтобы мы его могли всегда предоставлять. Потому что если, допустим, если он будет не востребован, конечно, нам его будет сложно поддерживать. Поэтому пока мы можем сказать, что это некоторого формата тоже такая акция, и я надеюсь, что она найдет отклик у наших гостей и вызовет большой интерес для бронирования. Спасибо всем большое. Всем хорошего вечера. Thank you, Nives, for your time, for giving us all the replies for all the questions. And we will try our best to sell your properties. Now we have all the knowledge about it.